Всем привет! Вы захотели поиграть в GTA 5, но приложение Social Club выдает такую вот ошибку. Плюс к этому у вас не открывается сайт Social Club. Поздравляю, вы пришли по адресу. Итак, рассмотрим мы причины, по которым не работает приложение и сайт Social Club. Первое. Ваш IP находится в черном списке Rockstar. Второе. Нет никакого второго. Причина только в том, что ваш IP находится в черном списке. Как это можно быстро проверить? Вы можете попытаться зайти с телефона на сайт Social Club. Вы можете установить любое VPN-расширение в браузер и также попробовать зайти на сайт. И если у вас откроется сайт, то вы смело можете задавать вопрос, что делать. Для начала было бы хорошо понять, статический или динамический IP у вас. С динамическим IP может быть чуточку попроще, так как адрес у вас постоянно меняется. Вы можете попробовать перезагрузить роутер, как советуют часто на форумах. Либо подождать смену IP-адреса, обычно это бывает раз в сутки. Ну и надеяться, что новый IP не будет в черном списке. Вам не повезло, и у вас так же, как у меня, статический IP. Что вы можете сделать? Первое, вы можете установить VPN-программу. Внимание, не путать с расширением для браузера. VPN-программа — это отдельная программа, которая позволяет вам заходить в интернет под другим IP-адресом. Второе. Вы можете подключить телефон к компьютеру и использовать его как модем. Опять же, если у вас получилось с телефона зайти на сайт Social Club. При этом стоит учитывать, что используя первый и второй способ, то есть установив VPN-программу или подключив телефон как модем, вы сможете зарегистрироваться в Social Club, запустить игру. После этого офлайн у вас будет всегда, но онлайн у вас будет только при подключении VPN-программы или телефона как модема. Если же вы рассчитываете играть только онлайн, то вам подойдет третий способ. Это обратиться к своему провайдеру. Вы можете попросить поменять вам IP-адрес или пул IP. А также провайдер, скорее всего, сам вам предложит приобрести белый или чистый IP, благодаря которому у вас исчезнут все проблемы, вы сможете спокойно играть онлайн, но есть минус, белый IP – платная услуга, приблизительно рублей 100 в месяц. Если же у вас спокойно открывается сайт, но вы не можете зайти в приложение Social Club или не можете зарегистрироваться, то не переживайте, скорее всего, просто на сервере ведутся технические работы. Либо, если вы впервые запускаете GTA 5, возможно, вам надо будет именно с сайта скачать последнюю версию Social Club. И еще на форумах совет подключить интернет напрямую без роутера из-за возможной ошибки MAC-адреса. Надеюсь, данное видео вам помогло. Всем пока и приятной игры!